Тематический спектакль с единым сюжетом, который увлекает зрителя в самое сердце загадочного Востока, в котором прекрасно гармонирует цирковое искусство и мир сказок древнего загадочного края. Действие шоу начинается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина, и вот тогда начинается настоящая песчаная сказка. Наш режиссер Евгений Шевцов, который является главным режиссером цирка Никулина на Цветном бульваре, он сделал спектакль, как будто бы главный персонаж приходит в музей, как всегда трогает экспонаты, которые трогать нельзя, находит там волшебную лампу, и дальше он попадает в волшебный мир, но при этом он теряет свою жену, с которой он пришел в музей. И на протяжении всего спектакля он пытается ее найти, а соответственно все номера, которые у нас в программе, они вписаны именно в этот сюжет. Допустим, какой-то номер – это отдельный мир, в другом номере это персонажи помогают ему искать жену, но в итоге все будет хорошо. В сюжет вплетены цирковые номера истории. В них оживают стражники и духи пустыни, жуки-скоробеи, воины-скорпионы и двуликие духи песков. Зрители ждет встреча с белоснежными самоедскими лайками, обезьянами, далматинцами, шпицами, павлинами и верблюдами. Главный сюрприз шоу – единственный в мире аттракцион с гиппопотамами под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Потрясающие авторские костюмы, роскошный балет, завораживающая музыка, высокопрофессиональные трюки в исполнении акробатов на джамперах – все это ждет рязанцев с 4 июня на арене цирка. Некоторым номерам нет аналогов в стране и даже мире. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность отправляют зрителей в незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Холодные ночи пустыни и упоительная прохлада оазиса ощутимы почти физически. И все это вперемешку с юмором, музыкой и настоящими чудесами. Билеты на сказочное шоу уже в продаже.